Ставим свеклу вариться. Варим мы, не очищая кожицу. Также здесь варю морковь, тоже не очищаю, вместе с яйцом. Значит, на 4 средних свеклы варим столько же моркови. Но у меня здесь большие морковки были, поэтому у меня здесь их 3. И 3 яйца. Так, очищаем и нарезаем морковь и свеклу. Нарезала я длинными ломтиками, вот такими. Если нарезать кубиками свеклу, то остальное все тоже кубиками. Если в длину, то все в длину. Главное не натирать на терке. Если натрете на терке, то много очень жидкости выделится. А так сок остается внутри. Добавляю 2 средних огурца, нарезанные тоже так же, как и свекла. Сюда же 3 маленьких таких, ну не совсем маленьких, средних соленых огурцов. То есть и свежие огурцы, и соленые. Да, 3 вареных яйца, только белок. Сюда добавляем 100 грамм зеленого лука. Добавляем укроп. Зелень все по 100 грамм. Можно даже больше, если хотите. Здесь зелень как раз таки очень важную роль играет. 100 грамм кинзы. Кстати, укроп только листики я добавила, потому что вот эти стебли очень жесткие, их не надо. 2 зубчика чеснока. Пропускаем через пресс. Сок 1 лимона. Одна чайная ложка уксуса. Даже чуть-чуть побольше. 1,5. Можно уксус заменить, сделать лимонного сока побольше. Молотый черный перец. Где-то 0,5 чайной ложки. Соль по вкусу. И поливаем это все маслом. Можно оливковое, можно подсолнечное. Я использую подсолнечное. Все хорошенько перемешиваем. Соль, масло проверяйте, по вкусу делайте. Если для вас суховато, добавьте. Поэтому количество масла не скажу сколько. У меня сколько? Приблизительно 50 миллилитров я добавила. Может быть, еще чуть-чуть добавлю. Это 2 столовые ложки. Теперь накрываем или перекладываем в эмалированную посуду и ставим в холодильник где-то на час, чтобы все вкусы перемешались. Покажу вам поближе. Это не просто полезный салат, он еще реально очень вкусный. Я иногда бывает, что заменяю зеленый лук, если его нет, особенно зимой, на свежий лук обычный. Но его тогда надо нарезать тоненько-тоненько, чтобы он не сильно выделялся во рту. Вот. И никакой картошки сюда нельзя добавлять, утяжелять этот салат. Картошка вообще в любых салатах утяжеляет. Вот, никакой картошки, никакого желтка. Все вот только вот самое легкое. Получается очень легкий, очень полезный и очень вкусный салат. Попробуйте. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока!